Так, с коротким выступлением перед перерывом выступит Андрей Зиновьевич Синельников, историк латентных структур, академик Академии Кенонбери в Лондоне и член Международного центра по изучению масонства тоже в Лондоне. Председатель правления Ассоциации «Живое время», писатель. Об Ассоциации «Живое время». Добрый день, у меня сегодня очень короткое сообщение, значит, оно такое информационное. Значит, 11 февраля этого года создана Ассоциация «Живое время», это общественная организация, которая, это вам будет интересно, предоставляет площадки для проведения, ну, скажем так, просвещенческой работы любого направления. Площадки эти в настоящий момент есть на Шаболовке, на площади Гагарина, на Серпуховском валу, на Каширке. Вот. Проводит она несколько проектов таких, ну, скажем, культурного назначения. Первый проект, который уже пошел 15 марта, это объявлен международный конкурс художественный на портрет «Женщина-политика 21 века». Вот. Конкурс международный, жюри международный из 5 стран. Вот. И второй проект, он такой чисто пропагандистский, скажем так, патриотический. Мы поддерживаем создание храма-мемориала, не часовни-мемориала, а храма-мемориала «Последний рубеж» на Крюковском рубеже, там, где были остановлены наступления, где рокоссовцы стали глухо и больше ни одного метра немцы не прошли. Храм строится, он уже вырос из земли, в каждый кирпич вкладывается медальон, найденный на этом рубеже. То есть это действительно храм-мемориал. В России, для того, чтобы было понятно, существует, до этого существовало всего два храма. Это храм Христа Спасителя, храм-мемориал, и Кронштадтский собор, храм-мемориал погибших военно-морского флота России. Вот два таких, вот такое сообщение, значит, если есть интерес поучаствовать в работе этой ассоциации, мы готовы предоставить площадки, пожалуйста, вам все, как говорится, для вас. Ну и раз уж тут объявили, что я историк латентных структур, я вам так немножко клубнички тут, мы говорили о желтизне и клубничке-то, так а как же без нее, без желтизны и клубнички? Значит, чисто по датам. 20 января этого года известно, инаугурировался Дональд Трамп, президент США, который является потомственным великим магистром тамплиеров. 22 января в нарушении всех правил католической церкви были сняты со своих должностей великий магистр Мальтийского ордена, великий генерал иезуитов и великий канцлер Ватикана. И переизбраны главы Opus Deo и еще одной структуры ватиканской. Вот, 18 марта, это вот недалеко, как неделю назад, закрытые общества, так называемая латентная структура, опубликовали всеобщий манифест, в котором есть такие слова. Выстроена ось Трамп-Путин, мы переходим к новому мировому порядку, основой которого будет социалистический аристократизм. Все, я закончил, спасибо.